Знаете, друзья мои, никогда не любила писать письма, но всегда испытывала непреодолимую какую-то симпатию к печатям. Поэтому купила себе на Алиэкспрессе вот такие печати, в частности, вот это Merry Christmas. И буду отправлять новогодние открытки и делать подарки с вот этим эффектом печати. Но тут у нас будет два ноу-хау. Во-первых, для печати я буду использовать не воск, а обычный клеевой пистолет. Он дает плотный оттиск, прозрачный, эффектный. И если вот так вот использовать с растением, смотрите, какая красота получается. И насколько проще, чем воск. И проще, и дешевле. Но что делать, если такого оттиска и печати нет? Обычная стеклянная бутылочка, в частности, вот это от масла корицы, получается просто великолепно. Самое главное – дать клею высохнуть. Кладем цветочек, наливаем клей и ждем минуту-две до полного его высыхания, чтобы он легко снимался. Мы можем использовать любые сухие растения, объемные или плоские, или вот как в этом случае, вообще просто хвою с ниточкой. Видите, такая красота у нас получается. Мы можем добавить какие-нибудь текстовые блоки, вот текстовые бумажечки, например, там с пожеланиями или с именами. И опять же клей приклеит эту бумажку и к нашей упаковке, и к цветочку. И получается вот такая праздничная композиция. Ну, впереди Новый год, сейчас мы ей придадим немножко зимности. Как обычно, мы берем нашу любимую гуашь и просто добавляем немножко белой краски. И получается она такая с морозным эффектом. Очень праздничная упаковка. В общем, я буду рада, если это видео оказалось вам полезным. Вообще, большое вам спасибо за ваши теплые отзывы, за ваши слова. Это, конечно, очень приятно. И на этом мне остается пожелать вам жить просто красиво и счастливо. Увидимся. Пока.